Дошел? Посмотрите, потом повторите. Будем двигаться спиной вперед, да? То есть здесь сначала шаг, максимально длинный шаг с касанием. Продолжаю стоять на этой ноге, возвращаю ногу. Второй раз такой же шаг или длиннее, но добавляю еще мах, после этого иду сюда. Что нам нужно, да, вот здесь? Это понятно, просто шаг вернулся, да? Это еще один шаг, поднял. Вот здесь, когда нога опустилась, посмотрите, согнутые ноги, я переношу весь тело, не поднимаясь. То есть я перехожу здесь, не поднимая плечи, не разгибаясь в пояснице, а наоборот, максимально низко, после маха вниз ухожу. Самое главное это. Смена ноги, нет, одна нога, обратно другой ногой. Правая. Ты опускай ногу. После маха ногу нужно вернуть на землю. И потом уже шагать, да? Заново сюда все идите. Еще раз покажу. Или не поняли, или не получается. Нет, останься там. Так покажу. Касаюсь пола, возвращаюсь, не вырастаю, да? Опять касаюсь пола, посмотрите. Поднимаю ногу и возвращаю там, где касался. Понимаете? Вы делаете вот так. И нога не там. То есть еще раз. Зафиксировал точку, поднял. Опять в эту точку пришел. Теперь в эту точку двумя ногами прихожу. Понятно? Правая нога еще раз. Александр Александрович, ничего, что мы пораньше начали? Не дождались вас. Опускай, опускай. После маха опустить ногу. Нет, не то делаешь. Посмотри, вот ты сделал так. Мах. Опусти ногу. Опусти на землю. Потом делай шаг. Ну да, коснись. Ты. Да. Обратно ногу меняем. Еще раз, да? Другой ногой. После маха ногу опускайте. Да, вот это правильно. Секрет в том, что опорная нога должна быть согнута всегда, тогда все будет получаться. На согнутой ноге стоим, не на прямой. И когда одной ногой машем, эта опорная не двигается. Она как была согнутая, так и стоит согнутая. Вот, да, хорошо иди. Упал, что ли? Такой помахал, устал. Два прыжка вперед, смотрим. Две ноги, с руками помогаем, да? То есть первый прыжок, второй прыжок. После приземления второго прыжка легкий отшаг назад, чуть-чуть. Смысл именно в переключении, не в длине прыжков и в высоте, да, а в быстром переключении. То есть здесь раз, два, назад, назад. Опять раз, два, назад, назад. Когда вы прыгаете, нам не нужно, чтобы таз выходил вперед. То есть таз остается в одной и той же позиции, мы прыгаем больше голеностопом. Не надо высоко прыгать, да? То есть прыгнул, позиция осталась. Прыгнул, позиция осталась. Из этой позиции отшагнул, отшагнул, позиция осталась, да? Таз вот это движение не делает. Гоу! Смысл тот же, но нога теперь одна, левая, да, то есть левой-левой, назад-назад, опять левой-левой, назад-назад, левой-левой, здесь приземлился, назад-назад, поехали. Назад не отпрыгиваем, назад отшагиваем, в этом разница, да, вперед прыгаем, назад шагаем. Ногу поменяем правую, еще раз, уловите смысл, да, то есть нет смысла вот это делать. Потом стоять и отшагивать. Здесь смысл именно в переключении, в быстром, да, то есть я быстро туда прыгнул, потом быстро оттянулся там, да, опять. Прыжок, прыжок, сразу оттянулся. Чуть быстрее переключайтесь с прыжков на отшагивание. Вот, да. Одно действие закончилось, сразу второе началось.
Лицом к сетке. Первый шаг скрестный. Первый шаг, да, я делаю свисток, мы делаем скрестный шаг. Потом начинаем двигаться приставными. Внимание, еще один свисток, смена направления, первый шаг скрестный. Дальше просто приставными. Опять свисток, скрестный. Свисток, скрестный. Понятно? Нам нужно, чтобы не быстро вы двигались, а быстро переключались по свистку, менялись в сторону направления и делали скрестный шаг. Не надо с полной скоростью, надо на максимальной скорости переключаться. Двигаться можно 70%, 60%. Это долго. У меня коробка автомат быстрее переключается. Скрестный. О, да. На пару мяч. Партнером на боковые линии. Есть? Внимание, здесь. Бьем мяч в пол, догоняем, делаем передачу до партнера. Пока мяч летит до партнера, добегаем до партнера, касаемся. Не сносим, а касаемся, да, показываю. Здесь удар, пасую. Я должен добежать до моего партнера быстрее, чем мяч. Чтобы это случилось, мне нужно передачу сделать повыше, и после того, как я ее сделал, нужно сразу бежать до партнера, уже не надо на этот мяч смотреть. Понятно? Потом возвращаешься и другой повторяет. Поехали. Догоняй, да. Назад спокойно, но по-волейбольному так. О, хорош. Да, нормально. Беремся. Когда вы ударяете мяч в пол, после того, как мяч у вас перестал быть в руках, как вы перестали его ощущать, вам нужно сразу начать бежать. Поэтому изначально нужно плечи держать вперед. Готовы на старт, внимание, марш. Вот эта позиция, она у вас готова, одна нога готова толкаться. Да? Если вы из такой позиции хотите побежать, то вы потом не успеваете, потому что ваши плечи как стоп-кран работают. И то же самое здесь. Когда вы догоняете мяч, если вы позволяете себе выпрямиться и вот так пасовать, то потом у вас прямые ноги, опущенные пятки и плечи, которые как стоп-кран. И потом невозможно за мячом бежать. Поэтому здесь, посмотрите, первая позиция. Уже готов. Бегу, да? И здесь то же самое, вторая позиция. Сразу бегу. У меня плечи всегда туда. Нет вот этого. Еще давайте. Дальше. Внимание. Я бью мяч в пол. Мы с партнером вдвоем отправляемся в середину. Разбираемся, кто из нас пасует. Разбираемся заранее, голосом. Я, ты. По идее, кто раньше добежит, тот и пасует. И он же говорит, я пасую. Если Булат пасует, пойдем. Ударил. Оказывается, Булат пришел, говорит, я. Он пасует. Он будет пасовать туда. Значит, что? Значит, я пасую. Должен отбежать, и в момент, когда он пасует, я уже должен быть здесь. Покажем. Можете заранее первое время подоговариваться, да? Да.
Кроме последнего все было правильно. Поехали. Очень скромные вы. Ваша скромность ни к чему, когда вы друг друга врежетесь, потом будете скромно извиняться, да, или молчать, когда вас кто-то ногой снесет или рукой. Четко, громко, ясно, чтобы 100% вас услышал. Не надо здесь скромность проявлять. Говорите «я», это нормально. Если ты не послышишь, наоборот, говорит «ты». Это коммуникация, у вас 0,2 секунды, чтобы разобраться. А вы стоите, может, он скажет первый, может, я не знаю, кто первый позвонит, кто первый напишет. Да. Ты, играй. Он должен точно понимать, он или не он, и я должен понимать. Оба должны 100% быть в контексте. Не должно быть такого, что я сомневался, а я думал, а ты не думал. Еще, чей мяч? Как дела? Ты с тобой, ты выиграл, чем я. Да? Я загорел, с тобой загорел. А ты где загорел? Будешь в юбке бегать? У тебя кроссовки есть, друзья? Привет. Садись там. Вот ты что, в юбке собрался? Ну, это слишком много денег. Разминайся, там Тима же есть, да? Ну, его девушка. Где ты загорела? Как обычно. У меня тут микрофон, я все тебя записал. Потом тебя на YouTube будет показывать. Ты остаешься или будет? А? Пойдем? Все, давай, пока все. Заходи в тесте. Что ты? А, ты не мне? Я думал, ты мне со мной прощаешься. Хорошо, подходим ближе. Здесь. 6 метров до партнера. Первая передача сверху, вторая передача снизу на партнера. Внимание, пока он пасует, я должен сходить назад и вернуться сюда. Пока ты делаешь сверху-снизу, да? То есть здесь сначала сверху, потом снизу, потом я ушел, я вернулся. Когда он делает свою передачу, нижнюю делать, я уже должен вернуться на свою исходную позицию. Все закончится, если перемещение, готов делать опять следующее движение, да? Еще раз давай. То есть вот этот момент, я ушел, смотрите, я уже пришел, все, я пришел, да? И здесь дальше я играю. Пришел? Да. То есть вы там пешком не можете ходить, вы здесь должны очень быстро перемещаться. Если будете выше пасовать, у вас будет больше времени, меньше беготни. Поехали. Нет, теперь ты второй раз. По очереди просто, да. Она такая, давай, ты бегай, а я постою. Ну, по очереди, делайте по очереди. Да, кто-то уходишь? А, хорошо. Покажи, кто это. А кто останется? А, он приедет? Ну понятно. Вот. Вот это все.
Дышите. Влад, чуть дальше. 8-9 метров до партнера. Все время делаем, да? Сделаю нападающий удар аккуратно на точность в кроссовке, в колени моему партнеру. Делаешь прием между нами. Я делаю передачу, внимание, боком тебе. Потом ты делаешь передачу на 9 метров сюда. Здесь, если все случилось нормально, я должен вернуться, поймать мяч, отдать тебе и начнем сначала, да? Попробуем. Здесь. Накатываю, ну почти, да-да. Боком. Не получится. Пасую боком. Стороны меняйте, кстати, левым, правым боком, да? Когда вы бежите пасовать, бегите просто лицом, с последним шагом развернитесь на него боком, мяч все равно должен падать вам на лоб. Это неправильно. Это неправильно. Ровно на лоб. То есть, если лицом пасую, то так, на лоб, да? Если боком, то все равно на лоб. Только разворот, да? И после того, как я туда пасую, ты мне возвращаешь середину, а я тебе еще раз даю спиной. То есть, я в него бью, пасую боком и пасую спиной. Посмотрите. Это боком. Здесь стою, жду лицом, дошел, пасую спиной. После этого смена. Поехали. Слабо или сильно, твоя позиция, оторванные пятки и плечи, он тебя бьет, ты руки ставишь, начинаешь подниматься. Оно отлетает, видишь, куда ты делаешь. Смотри, вот мои руки здесь, вот я их поставил. Все, вот сюда ударит, приму, не ударит, не приму, бей. Просто поставлю. Ну, криво ударил, я сюда поставил, да, но смысл такой, что я не буду поднимать плечи. Если он куда-то ударит, я просто поставлю руки. Не плечи, посмотри, да. Просто руки ставь, бей. Но плечи, бей, поднимай голову. Отвернулся. Ну, походу, он сюда летит, да, не вернулся.
да, ты здесь перед собой должен упринять, а ты выходишь принять за собой, то есть в этом дёрнуть, да? То есть ты как пространство здесь ощущаешь перед собой, здесь, здесь. Это уже все, это уже тебя опоздал. Брат. Ну да, да. На 75%. Жесткие руки, блин, прям жесткие поставить, просто две палки. Пока не руки, не маши. Просто ставь жестко руки. Мимо. Как он тебе эту спиной дал здесь? Ты ему высоко лучше дай, чтобы он дошел там, ты за него закидываешь, а ему спиной уже поставишь. Усложняешь. Нет, ты вот сюда дай, вот он так делает, разберешься. Взвешенно дай. Дальше он разберется. А когда ты туда прокидываешь, он просто... Да взвешенно дай, ты говоришь. Здесь взвешенно, еще раз так же взвешенно. Когда главное лицом, бок ему удобно взвешенно, а когда спиной ему все по-другому. По-другому удобно, что ли? Так же надо, как лицом и боком, и так же. Перерыв! Попить воды! А что, не здоровый? Нет. Ты туда иди со своим напарником, еще Бориса бери с его напарником. Четвером там оставайся. Кто четвертый? Где Тима? Вы здесь четвером организовываете прием и передачи. Сначала пусть Дима будет повторить, потом все четвером будете меняться. Свои четверки. Один у сетки, трое в корте принимают. Первая, шестая, пятая зона. Все принимаете вы. А там с краю нападающий. Что там? Нет, он не у сетки, он там. Вы втроем принимаете там. Ты пасуешь, сейчас объясню. Они у тебя втроем принимают, ты пасуешь. Ваша четверка, то есть Булат и Ярослав с Искандером и Тима, сюда четвером. Четвертую зону. Вы нападаете в четвертой зоне, без приема, один в корте, другой нет. Тима, ты в пятой там принимаешь. С той стороны, с той стороны. Есть? Ваша четверка, Идиль с Владом и давайте Денис. Денис, ты с кем был? Да, и с Сергеем, вы сюда. Со второй зоны. Мячи им оставьте, мячи у вас. Вы остались сколько у вас? Больше? А, да? Хорошо, вот вы как раз еще одна четверка. Вы с мячами отсюда подаете подачу. Вот эта четверка. Синий с повязкой и белый футболкой. Два белых, один синий, да? Вы должны в них подавать. Да, со второй сервис. Заходи в корт. Один в корт. И там один в корт. Сергей и Тимур, да, ваши четверки, которые там. Вторая, четвертая зона. Вы в корте. Вы участвуете в приеме только в том случае, если в вас в мяч летит, да? То есть вы вообще должны нападать. Все остальное принимает та четверка. Тройка, ну и Дима связующий.
Ваша четверка, прием. И передачу организовывает. Ваши четверки нападают с четвертой зоны, ваша четверка нападает со второй зоны. Напал ушел, не напал остался. Ваша четверка подачу. Берите. Пока без смен, пока просто, ну там, кто напал ушел, вы пока не меняйте, потом объясню. Подача отсюда, все, поехали. Заходи, Денис. Дальше, подача. Следующий, подача. 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 Дальше. Еще. Вот отсюда ты пасуешь, а с головы. А ты вот отсюда. Дальше. Он принимает, а ты ему широко даешь. Что там, пас будет сегодня? Новенький пришел. Ну, еще один новенький. Ты что, забыл, во сколько начинаешь? Парковался на новом машине. Понятно. Что вы стоите? Кричи, я пасую 4. Вот эта четверка с Димой, которая была, да, Борей, вы переходите во вторую зону. Есть? Та, которая с Владом. Влад, вы сюда. Переходи сюда. Нет, вот сюда, в четвертую, извините. Ярослав, Тима, Булат, вы туда. Переходи, Дима. Ну, сказал же. Пойдемте, ваша четверка, кто подавал. Кто подавал на прием, один связующий. Нет, один в корте, кто играет. Остальные в ауте. Непонятно, я не понимаю, кто у вас играет. 6 человек в корте, да. Дальше. А? Ну так, да. Относительно, когда мне уже принимают. Когда не принимают, не принимают. Она еще пасовать может иногда. Сверху пасуй. Пляжник. За спиной хочешь пасовать, доходи тогда. Пасуй. Дальше.
Выше, выше. Нормально, нормально. Ей неудобно, это близко к сетке. Это далеко от сетки. Еще. Да. Это не я. Здесь написано «Бахтер». Ну да, вот здесь «Бахтер», мальчик, сейчас кто-то ушел, сейчас нет. Он должен прийти, но я не знаю, когда он. Правильно? Да, да. Вы можете понять, на второй этаж посмотреть этот зал, если он отлично. Не знаю. Вы, у нас здесь просто здесь есть. Любой. Зал? Там еще открыто, можете посмотреть. Там. Смена. Подающий на прием. Принимающий в два. Ну давай. Нет. Вы туда. Вы нападать. Да. По кругу. Да, теперь вы сюда нападаете. Дима, заходи тут. А? Да. Вот сюда заходи. Да. И вовремя приходи. Ты доходи до мяча. Дайте, 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 дайте. Смотрите, вы тренер, и я не тренер. Я сейчас что-то сделаю, вы мне потом скажете, в чем моя ошибка. Давай, пасы. Выше. В чем моя ошибка? А? Скажи вообще основное, что. Давайте еще раз, дайте еще раз. Да, хорош. Смотрите. Мяч там, а я здесь. Ну, круто, но я не там. Так вот, когда вы пасуете, дайте еще один. Вы хотите принять этот мяч, он вот здесь, вы его хотите принять. Вы его не примете никак, вы не дошли ногами. Волейбол – это перемещение. Неважно, насколько хорошо вы там контактируете с мячом, если вы не дошли до мяча, вы не можете им управлять. Ваша игра в волейбол – это перемещение без мяча, а не контакт с мячом. И вот пока он летит, принимающие должны двигаться. После того, как они приняли, ты должен двигаться, сделать максимально, чтобы тебе было максимально удобно, чтобы тебе... Видишь, плохо. Еще, доходи, доходи. Вот найти это место, поработать ногами, чтобы было идеально. И сделать. И тогда, наверное, они, наверное, тоже дойдут и нападут. Без мяча нужно работать больше и точнее. Еще подача. Ау, да, двигайся. Еще. Хорош. Чуть-чуть здесь он быстро пасует, тебе нужно подождать, рано не идти, дождаться, дождаться, и потом быстро пойти и не останавливаться. То есть, если ты идешь и потом останавливаешься, скорость теряется, то сейчас. Дождись, посмотри, потом ускоряйся, ускоряйся, ускоряйся и бей. Не должно быть остановки, пожалуйста. Пошел, пошел, уже бей. Давай. Ну да, вот так. Сверху пасуй. Пасуй сверху, это все сверху пасуй. Низко. Дальше, еще. Там.
Нападающий замерз и ждать вас прием. Будем это делать, сегодня не будем играть, будем принимать. А вот и не аут. Шагаешь, еще шагай. Мимо мяча танцуешь. Еще. Хорошо. Переходы. Принимающий в два. Подающий на прием. И с четвертой на подачу. Разобрались? Шестого нет. Заходи. Заходи. Там аккуратней с плечом своим. Опять на 2 месяца уйдешь отдыхать. Ну, естественно. Что ты молчишь? Тогда говори «я!» Он еще в тебя летит. Низко. Убери, убери. Еще раз подачу. Давай. Я завтра. Хорош. Он доходит, ты не доходишь. Ты вот так пасуешь. Не надо прогибаться, надо доходить, чтобы на голову падал. У тебя каждый второй мимо головы. Да, еще. Да. Ты рано идешь, он еще ничего не паснул, ты уже пришла. Когда паснешь, потом пойдешь. Да, нормально. Доходи, доходи, да, доходи, останавливайся. Да, доставай. Влад, тебе не надо нападать. Дальше. Дима вернулся. Да. Устал. Да доходи, не тянись, что ты стоишь, тянешься, тянешься и не дотягиваешься. Да, вот так. Не, дергать не надо. Ставь просто жестко. Да.
дошел, дотянулся. Нормально. Еще одна. Смена. Переходы. Также по кругу. Новый связующий там у вас. У вас все так же, у вас так же, у вас так же, у вас есть нюанс. Если Дима, например, принимает, идет за мячом сразу к связующему, если связующий делает нормальную передачу и создается удар, который через сетку, то вы с ним меняете сразу. Если нет, возвращаешься и повторяете. Атака состоялась, принимающий становится за связующим. Если кто-то из них в площадку попал, только в этом случае смена. При любом другом раскладе, если они туда не перебились, нет, надо атаку, нормально. Понятно, что можно перебивать. Но надо, чтобы был пас, была атака, тогда раз, поменялись. Чтобы двигался, да. Тебе не надо меняться. Все, да. Дальше. Нет, не надо. Надо встать, за мяч поднимет. Да, подача. Все. Зачем нам нужна эта смена? Смотрите, вы понимаете, вы не можете стоять, в принципе. Подай, Жаня, подай. Вот здесь я приму. Нет, через сетку подай. После того, как я принял, я сразу делаю шаги туда. Видели еще раз? После того, как я принимаю, я говорю, я принимаю и сразу делаю шаг сюда. Туда, куда я принимаю, я должен сразу начать движение. Если он поснет туда-сюда, мы с ним поменяемся. Если нет, я два шага назад и вернулся. Еще раз. Мяч летит, я вышел, принимаю. Сразу шагаю туда. Пасуй, да, пасуй. Бьет? Нет, не бьет. Все, вернулся. А вы стоите, все, волейбол закончился. Я сделал прием, потом посмотрим. Сейчас пока отдохну. Вы все время должны быть в игре. Пока мяч в игре, вы тоже в игре. Да. Подача еще. Вставай, меняйся. Да, подача.
Нет, надо доходить, а не дотягивать. Да, правильно, ходи, ходи. Это даже для левши широко. Не-не, не тебе. Он же оттуда пришел. Он. Ну, что тут не меняется? Еще одна. Подавай. Смены. Переходы. Устал ждать, да, когда примут нормально. Там пятеро не поместится, один куда-нибудь на падение уходить. Понятно, после приема, если атака случилась, принимающий становится связующим. Убирай. Дальше. Дальше. Нет, ты хочешь дотянуться? Этого мало. Играй. Он принял, ты паснул, он забил. Кто принял и кто паснул, меняется местами. Кто принимал? Меняйтесь. Только это в темпе надо делать, да. Нет, нет. Во-первых, он не забил. Во-вторых, ты не приняла. Да. Нет. Все, подайте. Давай, третья попытка. 3-0. Пять. Подавай. Подавай. Долго вы подаете? Напал, подал, напал, подал. Все, подавай, подавай. 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 Только что объяснял, ты слышала, нет? Я показывал, еще раз для тебя показываю. Вот здесь, подавай. Когда вы играете в приеме, перемещаетесь. Принимаете, сразу идете туда, куда приняли. Если там атака состоится, то меняемся. Вы принимаете, стоите, смотрите на свой хороший прием. Еще подача. Принимающий, двигайтесь. Нет, здесь нету. Он же принимал. Еще. Двигайся к ней, да. Да, вот так. Здесь смены нет. Двигайся к нему. К нему иди.
Сейчас. Переход. Чуть быстрее давайте. Долго там подаем, долго меняемся. Долго понимаем. Все, подача. Дальше. Еще. Это аут. Четыре пасуй, Тима, или два пасуй. Что ты ему даешь? Еще раз. Сейчас. Подашь сервис, Серега. Вы здесь, когда вы стоите на прием, наклоняете плечи вперед, вот туда, на булаты. Потом начинаете двигаться, эти плечи должны остаться в этом же положении. Не надо подниматься, потом опять сгибаться. Потом не успеете или потеряете скорость, или не успеете дойти до мяча. Вот эта позиция, она не меняется, то, что мы делали на разминке. Я принимаю, бегу туда. Если надо, туда иду. Если не надо, плечи остаются. У вас нет вот этой позиции вообще никогда. Покажу. Подайте. Пошел, плечи согнуты, дальше продолжил, играй. И этими же плечами, например, вернулся, еще раз подайте. На меня смотрите, на плечи, да. Вот эта позиция. Пошел, плечи согнуты. Все, меняемся. Опять плечи согнуты. Сделал передачу, опять плечи согнуты. Нету вот этого, блядь, чупа-чупса. Еще. Да. Еще. Вот, дай, сам двигайся сразу. Хорошо. Нет, надо шагнуть было чуть-чуть, шагнуть. Не прыгать, не махать, а шагать. Все. Нет, этому пасу. Еще. Смена. Переходы. Чуть быстрее давайте, подавайте. Долго ходите пешком. Хорош. Дальше. Пасуй. Еще раз. Дай. Боря, ты их не жди. Они должны быстрее меняться. Дальше. Подача. Да не жди никого, подавай. Убирает мяч. Подача. Дальше. Еще. Нормально.
Переход. Дайте два мяча, дайте. Еще, дайте. Да, все, спасибо. Разобрались? Внимание, здесь прием такой же, смысл такой же. Когда он дает передачу в четвертую зону, например, пойдем искать, вы всей командой приходите сюда его страховать. Кроме того, кроме Сереги. Он сзади, да. Пойдемте покажу. Понятно? Если он напал успешно, я вам скидываю этот мяч, вы его поднимаете, снова разыгрываете, уже должны пасовать тогда не 4, а в 2. То есть за один розыгрыш мяч, первый мяч вы принимаете, например, 4 попадает. Второй мяч я вам делаю скидку, вы поднимаете опять, уже оттуда скидка. Естественно. Молодец. Готовы? Да. Одинаково, да. Подача. Еще раз, дайте. Пойдем, Искандер. Вот в этот момент что происходит? Да? Когда он нападает, здесь есть блокирующий какой-то. Да? И вот вы не просто пришли посмотреть, как он нападает сейчас. Еще раз, приходите. Вы все готовы к этому отскоку сделать шаг вперед. Вы все на ближнем. Серега, ты там наоборот на дальнем, да, смотришь? Если вдруг туда кинул, то ты доведешь. Да, прям так можно выходить. А почему ты стал оттягиваться? Нет, мы даем тебе паузу, чтобы ты выдержал, а ты торопишься. Еще раз, вот он ударил, приземлился, играем. Еще раз, второй мяч во вторую зону, кто во второй серии, ты потом идешь нападать во вторую, да? Вот отскок от блока, смотрите, играем. Все, кто принимал первый? Первый мяч кто принимал? А, все, дальше. Дай. Дайте мяч. Подавай. Долго подаете. Быстрее ударили, подавайте. Все, дальше. Еще. Не, була не мешай, пусть сами разбираются. То подачи нет, то приема. Кто принял? Первый мяч. Ну, забыли уже? Да. Кто принял первый мяч? Боря не страхует. Кто принял первый? Там тоже, да, может. Играем. Я взял, взял. Да. Что делаешь? Подача. Ты играешь, нет? Ну что, он тебе пасует, ты стоишь. Еще. Thank you.
переходы. Переход, да, переход. Дайте пару мячей. Спасибо. Дайте мяч. Спасибо. Спасибо. Ты меня толкнул. Есть? Ну давай быстрее иди. Подача. Дальше. Нет, нет. Нет. Вернись, нет. Вернись, как было. Вернись. Ты же послал, на Мадиджи. Подожди. Встаньте, как было. С самого начала Мадиджи послал. А, да? Ну, два второй на него послал. Ты два раза пасуешь, потом меняешься с тем, кто принимал первый мяч. Ты должен пасуть четыре, потом два пасуть, потом меняться. Да, подача. Пляжная тема не работает. Вот теперь кто первый мяч принимал, ты меняйся. Да. Кто первый мяч принимал, меняйся. Кто первый мяч меняет? Вы опять приняли первый мяч и стоите. Кто принял, он должен дальше бежать сюда, потом бежать страховать, потом туда страховать, потом бежать пасовать. Вы опять приняли, опять курите. Двигайся всегда. Подача. Забил. Заново. Бери это. Да. Вы опять стоите, просто смотрите. Двигайтесь, пока мяч в игре. Да. Все сюда. Играем здесь. Здесь, уже здесь. Проиграли. Еще подача. Хорошо. Только близко. Дальше. Не меняйте долго, соображайте. Что? Не меняйте, вы должны меняться. Ты принял, опять стоишь, смотришь, как она пасует. Там Дима напал, все напали, ты так и не поменялся. Еще. Дальше. Да. Нет, еще раз. Я уберу. Еще раз. Убери, убери. Где принимаешь? Пасуй. Ну что ты стоишь там, не пытаешься?
Вы на приеме втроем двигаетесь всегда. Нет момента, когда вы стоите. Просто по кругу бегаете тогда вот так, если не понимаете, что делать. Нет такого, что ты стоишь. Не ты, не ты, не ты. Подача. Двигайтесь. Смена. Мяч убери. Еще подача. Еще подача. Подача. Дальше подача. Переход. Еще две, да? Здесь и там нет. И все, да? Подача. Давай здесь. Заново. Домой. Пасуй, пасуй. Страхуй. Ему некогда, он стоит. Вы поняли, что делать надо? А что не делаете? Дайте мяч еще. Дайте, дайте еще один. Много. Сначала мяч идет сюда. Вы втроем начинаете двигаться сюда. Пойдем, неважно. Кто? Говори. Он говорит, я. Здесь немножко подходите к нему. Запомни, ты принимал, ты будешь потом меняться. Потом смотрите, мяч летит сюда. Пошли. Когда он бьет, вы уже здесь. Он ударил? Допустим, отлетает. Кто? Бах. Куда будет пасовать? Вроде же договорились, что в два. Куда идете? Бей. Только он ударил, кто с кем меняется? Вот только он ударил, уже меняйтесь. Все, уже он ударил, там уже подача идет. Вот он ударил, сетку, вот какая разница. Возвращайтесь туда втроем, только теперь Тима туда вернется, а не Искандер. И вот так это только в 4 или в 5 раз быстрее нужно двигаться. Все время, постоянно. Нет момента, когда ты стоишь и смотришь. Если ты стоишь, значит что-то уже не то. Да. Заново еще. Туда пойдем. Играем. Бери мяч. Тима, ты у него сбираешь с рук молча пришел. Тогда говори, что ты. Да. Дальше. Смена есть? Дальше что? Сюда пойдем. Здесь уже. Сюда в два будет. Все, я же скинул, еще подними. Надо было еще поднять. Если хорошо получается, я третий кину, четвертый кину. Убирай. Давайте. Ладно, подавай. Подавайте. Пойдем. Не докинул. Дальше. Подача. Не старались. Дальше. Еще. Дальше. Подача. Уже подает. А давай. Yes,
Дальше, подача. Еще подача. Еще подача. Не хватает того, затягивайся, заходил. Играем. О, да. Еще подача. Давай, ты что, устал? Устал? Перебор? Ну, на подачу ты можешь? Смена. Еще одна смена, потом играем. Есть? Подача. Поехали. Пойдем сюда. Вы классно молчите. Ты скажи «я». Тренируй повыше. Ты скажи «ты». Вы стоите вдвоем друг друга, пугаете. То же самое. Вы молча это все делаете. Убирай. Подача. Кто? Дальше, подача. Играем, играем, Таня. Дальше. Подача. Вот связующий здесь стоит. Дальше. Тут не надо мяч из этого. Дайте, дайте. Да. Нет, ты двигаешься, уже надо прийти. Играем. Дальше, подача. Подача еще раз. Давай. Да он не там, ты в разных точках с ним. Шагни туда, шагни. Играем. Играем. Подача. Давай. Ну давай, Влад, принимай. Хватит стоять, смотри, как мяч падает. Попасть твоего паса. На ту сторону пасуешь потом. Да, подача. Этот, убери лишний, убери лишний. Лишний убери. Все, подача. Играем. Да, подача. Подача. Все, подача. Дальше, подача. Закинул. Еще одна подача. Подача. Перерыв. Мячи в корзину.
вчетвером тут. Кто подавал? Мы вчетвером тут. Да. Мы тут вчетвером. Була, пойдем. Там четверо уже есть. Их нельзя. Ты с своими четырьмя? Еще двоих. Нет, играем. Минбек и кто? Да. Дима ушел. Толи. Хорошо. Дэн, заходи сюда. Шестым. Дима, вас четверо, еще двоих добирайте, кроме этих шестерых. Там уже есть Булат, четверо и еще вон добрал. Давай быстрее, шестой кто? Все, шесть есть. Все, остальные третьи команды. Все, отменили драфт. Шесть. Здесь шесть у вас есть. Все, подавай. Счетоводы. Что ты хотел? Что именно? Давай мячи соберем, и я тебе покажу. Сейчас собери мячи тебе. Которые свистеть не надо? Которые свистеть не надо, просто нажимать? Нет, я когда свищу, я успокаиваюсь. Как ты пытаешься, не знаешь. Свистнул немножко. Немножко меньше нервничаешь. А там я кнопку сломаю. Ну да, можно туда здесь его положить. На такой случай. А у тебя откуда такой свисток? Сюда? Сейчас. Я пока не забыл, сейчас насос выпущу. Если у меня здесь это левая рука, значит, я могу правую ударить, да? Вот, когда я подкидываю, у меня мяч не отлетает от стены и не отскакивает, и не кидаю его в стену, да? То есть он у меня поднимается ровно вверх, да? Я стою вот на стене. И высота, про которую мы говорили, да? Вот сразу полосочек подходит. Сильно высоко, он не должен, но он должен прийти сюда. Сильно как-то.
тебя вот. Не вот это движение? Нет, наоборот, неправильно. Правильное движение, мяч держит, ты держишь мяч, я поднимаю, смотри, локоть поднимаю. Локоть поднимается, естественно, мяч тоже поднимается, мяч тоже. И я поднимаю локоть, он резко его убираю, а мяч остается. Поднимаю, резко убираю. То есть, по сути, я не выкидываю мяч, я просто поднял и резко убрал. Плеча поднимать. Хорошо, да. Но вот ты забыла про все. Нет, это плохо, не всегда. Он должен... Ты же в руке его... Он в руке должен остаться, а у тебя летает. Давай там. Вообще нет ускорения. Там локоть быстро. Ускорение поднимает, он как ускоряется. Вот она хорошая. Ну, оттенки пока далеко, но пока... Если у тебя левая рука ловит, ты подкидываешь. Левая. Потом левая ловишь. Значит, ты достанешь. Значит, ты достанешь. Правда. Если ты левый ловишь, ну да. Чуть-чуть впереди, да? Впереди, но так, чтобы его сможешь. Хочу теперь, чтобы я высотила близко, прям очень близко. Прям, чем ближе к нему, тем лучше. Подброс, он у тебя полметра от стены. Ровно вверх. Ну да. Близко. На себя. Вот этот хороший. Высоко. Теперь сам удар, то есть, когда руку изначально берется, поднять плечо, поднять, а локоть, большой палец поставить под углом, уже готовы. Когда это что-то, не обязательно сильно, тебе нужно точка контакта, если ты так делаешь, это неправильно, да? Поэтому тебе нужно ровно стильки, чтобы не все попасть. Основание. Вот это, да? Да. И давай. Нормально только видишь, далеко от стены. Далеко. Как получается, ты вытираешь вот сюда, а потом приводишь сюда. А тебе надо его сразу вытянуть. В одном движении. Ну да. Как тебе удобно? Нормально, только промазал, середину не попал. Не попал. Прям смотри, ты можешь какой-то взять, но цветочек или ниппель, или что-то. Сейчас середину это ровно поставил. Теперь если я его подкинул, он не крутится, я внутрь должен попасть. Ты кидаешь, потом вот так попадает. Попадет. Сделаешь вот так. Два движения. Вот одно движение. Берешь, два движения. Как будто, когда ты муху хочешь ударить, ты не сделаешь. Сразу бьешь. Ну, понятно, что быстро, ну, сложно точно попасть. В этом случае, что ты не надо все делать. Есть секрет, когда вот ты подкинул, бежит. Ты его подкидываешь. Смотри, перестаешь его трогать. Он сейчас висит. Вот сейчас он не слышит, если надо. В этот момент, пока он не начал падать, я начал его прижимать, Если ты делаешь медленно, то он уже начинает падать, и ты не прижимаешь эту жизнь. Если ты слишком рано, то здесь, да, то есть ты должна понять момент, когда он висит. Да, потому что когда мяч летит, очень сложно его прижать, видишь? А когда он висит, ты его должна. А когда он вверх летит, а когда он падает, а когда он дошел до верха, ты висит. В этот момент. Хочешь? Да.
Уже падает. Ну, не страшно, но уже падает. Тоже видите, чуть падает. Иногда бывает, что ты его потом подкинул, и приходится, да, кстати, когда он падает. Но смысл такой, что ты должна его повысить, да, вот здесь. Чем выше ты выкинешь, тем лучше. Чтобы он не падал, когда он там, когда он уже упал. То, что ниже, это будет горшок. Упал. Да. Пойдем сюда. Сейчас, когда там. Смысл такой. Представь, что у тебя та же самая спина. То же самое, если ты делаешь. Смотри, ты 4 спина. Вот, то же самое. Все. Просто спина. Ты знаешь, что спина она есть. Ты же. А, так, у тебя рука должна здесь остаться, да? Давай. Все, тут спина. Не-не, вот спина. Вот это спина. Все, вот здесь спина, все. Поняла, да? Давай. То же самое делай. Лежала? Вот это отличная подача. Ну, попади просто в середину, все. Видишь момент? Поймай момент, когда он висит. Не просто, когда он висит. По сути, ты можешь первое время подавать не отсюда, а хотя бы 6 метров. Ты вообще ничего не делаешь, просто потом 6 метров. Прочеты. Ну, я понял, нападающий удар. Ну да. Смысл такой же, ты когда хочешь делать. Если мяч вот сюда закидываешь, все туда. Здесь. Смысл точно такой, что только в конце ты здесь не просто его принять, а еще здесь и закрыть. Но это уже другая просто. Я должна кисть, все равно в середину попадать. Сначала ты должна ровно в середину вот чисто вот подать, подать. Потом все то же самое, только ты в последний момент будешь смотреть делать вниз. Чтобы он все-таки вниз летел, не идет. Хочешь нападать, походу? Иди играй. Ты же там в этой команде. Избран. Что, вы проиграли? Нет, там есть. Жузя там стоит. Сейчас ты будешь опять писать. Готовы? Я не знаю, я слышал, у него мяч в руках был, он подал. 1-0, сюда, давайте. Thank you.
близко стоишь, ты еще дальше. Видишь, куда он бьет и где ты стоишь. Ты что, думал, здесь 4 по 4, сейчас вот во второй метр забьешь, что ли? Надо было идти страховать. Он, ты стоишь, стоишь, он начинает кидывать, ты поднимаешься. Не поднимайся вообще никогда. Вот так бегай до конца. Успел бы, простой мяч. Вот на этом месте девчонка нападала, Настя, знаете, крем. Приземлилась сама, ну, никто не толкал, ничего, тоже 90 подъем. Ты вернулся, она ушла. Все, чуть-чуть есть опухоль, да? Да, просто там сейчас. Разрыв. Да, вы поднимаете, поднимаете. Пока не свистну, играйте. Ему можно. Ты не задел? Блок. Oh!
Не поднимай плечи. Перебей, Ярик, он туда перекинь высоко-высоко. Все, он уже не принял, этот уже не поснул, ты еще третий накинул сверху. Куда доходи. Когда вот это ты ходишь там в котел, то это должен дойти точно до мяча. А когда ты не доходишь там, и еще что-то сложное пытаешься делать. Там, доходи, и потом уже там котел или захотел. Подача слева. Дима, ну давайте подавайте. 10 минут вы стоите просто друг на друга смотрите. Иди не за ним, по прямой беги, ты по прямой бежишь, не через аут, а Влад в аут уходит. Что там? Нормально? Да. Так бывает, мир жесток. А? Нам не плачь. Ну, очень хочется, да? Садись, посиди. Хватит тебя сегодня насилия. Запомнила, как он выглядел? Вот кто на тебя напал? Такой кудрявенький. Какую будем компенсацию просить? Нет, так не пойдет. А он тебе всегда будет бесплатно. Поле! Надо подумать. Шишка есть? Голова или куда-то? Надо приложить холодную шишку. Хлеб холодный, давай. Или хлеб там холодный. Там на видео все заснялось. Как это? Вырезать только этот момент, что ли? И не выкладывать? Я же не слизнул, что вы? Задел потолок. Обычно.
Александров. О, о, тоже весело. Здесь тоже весело. Ты ее откуда знаешь? Тоже с ней работаешь? Валера другая подруга. А ты тоже Валера подруга? Ты. И Настя. А Валера ее взял? Она же Russian. Иди Russian. Для иммигрантов? А Валера тебе тоже Russian Federation? А Илюша тоже Russian Federation? Пришел, тебя похвалил, сглазил. Он говорит, о, ты будешь принимать, стало хорошо. Да. У меня на микрофоне телефон. Что, вы пошли переодеваться? Да. Давай. Слышите, да, за кого убивать? Сколько у тебя сейчас тимуров? Вот, да. Как, в смысле, 2-1? А так. Ты пришел, он такой счастливый, довольно. Да, да, да. Не надо, Саня. Как будто по голове ударили, да? Главное, чтобы потрясений не было. Если тошнить будет, то сегодня или завтра утром будет потрясение. Если завтра утром тошнить будет, сегодня утром будет тошнить. И когда ты будешь подниматься, ну, если где-то полежишь, поднимаешься, резко не поднимаешься. Кто проиграл, будет столбу играть, да? Еще раз, про перемещение, да? То есть нет момента, когда вы стоите. Вы все время должны какую-то функцию выполнять, или принимать, или готовиться пасовать, или после паса страховать, или так далее. И после подачи должны быстрее заходить в корт. Нет момента, когда вы думаете, что вы сейчас все, я не нужен. Вы всегда нужны, если вы играете. Всем спасибо. Пойдем. Пойдем в желтый, больше никто не будет видеть. Подходи. Давай. И эй! Надо, надо. А мы, наверное... Да, баскетбол же сегодня придет, сейчас мы устанем. Давай. Это же страхование, то же самое. То есть страховка называется. Страховка. Там, знаешь, смысл не именно какой-то, мне нужно, чтобы люди начали двигаться, да, они начали двигаться, пока просто бегут вперед, да, потом в какой-то момент, скажем, ну, вы вдвоем вперед, там влево, ты вправо, шестая останется сзади, это уже как бы система страховки, но сейчас нужно, чтобы они просто начинали двигаться, после приема и все это, все команды прям за сетку двигаются, до связующего и все остальное, а потом уже это можно там определить, кто под блоком страхует, кто шестой там остается сзади, поэтому сейчас надо, чтобы просто все начали двигаться. Давай я. Здесь просто не работает.
Да, вот это. Она сама пойдет, видишь, она? Еще? Еще. Да. Вот так вот. Давай. Еще? Чуть-чуть. Идете? Туда киньте и просто сетку за угол делите. Я возьму снизу, а ты страху. Обходи, 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 обходи. Вон туда в угол кидай просто, где синий. Так ты на Киа приехал? Не поедешь с нами на Мазде домой? Дима, он больше не хочет с нами ездить, он сам машину купил. Он говорит, я лучше сам, чем с тобой, говорит. Моя, моя. И телефон мой. Класс, ты забрал? Да, положил в сумку. Молодец. Серега, подойдешь? А, да, иди. Я уже забыл про него. Спасибо. Спасибо. Это Дима, он выздоровел. Передает он всем привет. Всем привет. Ну, болеет, болеет, но уже на тренировку пойдет.